Если мы будем говорить о людях, которые делали охотничью литературу раньше, то, к сожалению, остановить ничего нельзя, потому что охота изменилась. Нету той творческой охоты, когда человек шел в природу, так сказать, и мог отдаться там своим этим самым. Сейчас пока тебе бумажек дадут столько, если тебе вообще дадут бумажек столько, что отпадает вообще уже желание. Не то, что идти на охоту, и где там любоваться там какими-то природными. Изменился подход к охоте весь. Лирика ушла в основном.